Как нас может спасти дитя, приговоренное к смерти? Ответь, Николаус, прежде чем ты пожертвуешь нашим сыном. Отец! Начало пути не определяет, кем мы станем. Тебя ждет много всего. Дружба и верность. Семья. Любовь и потери. Войны и битвы. Боги прислали тебя, чтобы спасти мир. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Начиная свою одиссею, пересекая моря и горы, не забывай. Судьба Греции в твоих руках.